Праздник грации и таланта. В преддверии Международного дня танца в торгово-развлекательном центре «Фабри» состоялся фестиваль танцев. Это уже второй по счету фестиваль танцев «Фабри», но с еще большим масштабом. Лучшие коллективы города порадовали гостей торгового центра своим мастерством, а кого-то вдохновили на занятия прекрасным искусством, красивым и ритмичным. Посетители «Фабри» фестиваль танцев встретил на причале. Праздник открыл романтический танец в исполнении образцового ансамбля спортивного бального танца «Фламинго». Классическая хореография и современные направления. Народные, бальные, восточные, уличные танцы. Ярким ансамблем или лиричным дуэтом. На сцене атриума торгово-развлекательного центра «Фабри» зрители увидели самых талантливых танцоров города. Мы выражаем огромную благодарность торговому центру «Фабри» за приглашение и участие в этом фестивале. Я считаю, что подобные мероприятия нужно делать почаще, так как это огромная возможность выступить деткам, показать свои танцевальные навыки, эмоции. Очень здорово, что собираются разные студии, разные коллективы. Мы вдохновляемся другими танцами, это очень интересно смотреть на развитие других культур. Здесь сегодня было очень круто, правда? Театр танца Башкирской филармонии, хореографический ансамбль «Веселинка», «Таратау», студия восточного танца «Азалия», студия танца «Эстер Дэнс», образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» и другие. На фестивале выступили более 250 танцоров из 13 танцевальных коллективов Стерлитамака, молодых и с многолетней творческой историей. Наш ансамбль танцует в основном башкирские танцы. У нас младшая группа — три башкирских, и старшие тоже три башкирских танца исполняли. Наш танец, он относится к зиме. Мы танцуем как бы на коньках. «Сказание об Урале» — постановка заслуженного артиста Республики Башкортостан Халила Ишбердина, основателя нашего театра танцев. Сложности возникают только сначала, а потом идет как по маслу. Нам понравилось, что нам зрители аплодировали и были рады увидеть нас. Фестиваль танцев «Фабри» – это не только яркое зрелище, это уникальная возможность для родителей юных талантливых ребят познакомиться с лучшими танцевальными коллективами города и записать ребенка в понравившийся. В нашем городе достаточно много коллективов, которые хотели бы заявить о себе. Это отличный способ для того, чтобы развивать нашу молодежь. Хотелось бы, чтобы как можно больше таких праздников проходило и, как видно, пользуются популярностью такие мероприятия в нашем городе. На фестивале были представлены танцевальные студии не только для детей. Для танцоров от 25 до 40 лет тоже был выбор. Фестиваль танцев стал хорошей возможностью присоединиться к танцевальному движению города вместе с «Фабри», чтобы в следующий раз быть не в числе зрителей, а выступить на сцене очередного дэнс-шоу «Фабри». Для всех коллективов торгово-развлекательный центр «Фабри» приготовил комплимент с признанием таланта и мастерства, фирменный торт, диплом и сладкие угощения. Приятные впечатления от праздника танца останутся у участников фестиваля надолго, потому что каждый коллектив после выступления принял участие в профессиональной фотосессии. Увидеть масштаб и красоту праздника теперь можно на сайте fabrionline.ru в разделе «Фотографии».